Знаете ли вы о свойствах карандашей или то, что у каждого свой характер? Гарановостей приехала на уникальную выставку под названием «Карандашное настроение». В Центральной городской библиотеке открылась необычная выставка под названием «Карандашное настроение». Все они собраны из коллекции Гульсины Сабировой. Коллекция зародилась случайно во время работы школьным учителем изобразительного искусства и черчения. Раньше карандаши были только круглые, но из-за того, что они скатывались со стола, их сделали шестигранными. Всего в коллекции около 3000 карандашей, от самого твердого 3Т до самого мягкого 6М. Также у карандаша есть своя одежда. Он либо окрашен, либо одета яркая пленка. А еще у карандаша бывает шляпа. Это мягкий ластик. Представляете, одним карандашом можно написать 45 тысяч слов или же начертить линию 56 километров. Первые карандаши советские, потом российские. Также есть чешские. Китайские карандаши самые яркие и разнообразные. Есть карандаши из Таиланда, Греции, Канады, Америки, Германии и Франции. Среди экспонатов есть и необычные автоматические карандаши, удобно рисующие на больших полотнах. Карандаши с несколькими грифелями. Есть гибкие карандаши, которые очень удобно брать в поездку или ложить в карман, потому что у них синтетический грифель. Есть карандаши для строителей, художников, толстый грифель без одежды, для набросков на холсте или стенах. И, кстати, вот интересный факт. Из одного дерева можно сделать 300 тысяч карандашей. Сколько всего интересного мы смогли увидеть на этой выставке. Приходите и вы посмотреть на вид простых, но уникальных карандашей. Карина Попникова, Вахид Халимов. Специально для Горы новостей.